Учить собаку команде место. То есть есть ряд испытаний таких, которых, ну то есть в будке, положим, собака знает уже, где у нее находится место, в квартире знает она, где оно место находится. Но для того, чтобы обозначить место где-то на территории выгула какого-то или проходя там какие-то аттестационные мероприятия, то место вы будете обозначать либо, значит, каким-то знакомым предметом для собаки. То есть это может быть ваша сумка какая-то, поводок какой-то, портфель ваш. То есть все, что знает собака. Каким образом мы можем научить собаку выполнять эту команду? Ну, для начала вот мы берем, сейчас я беру поводок, с которым гуляет собака, и вот вырезал из каремата вот такой вот участочек, который будет именно той площадкой, которая будет обозначать для собаки команду место. Давайте. То есть видно, ага. Я сейчас подошел, собаку поощрил на этом команду, дал команду место, поощрил собаку. Она примерно, так скажем так, запомнила, где это место и каким образом мы можем научить. То есть есть несколько способов. Первый способ — это механически мы можем. Ну вот я увел собаку, да, например, потом беру ее на поводок, веду туда, на это место, как я вот сейчас вот это сделаю. Да? Рик, место. Это достаточно длительный способ. Мы можем сделать все гораздо проще. Все гораздо вкуснее, и собака будет более охотно выполнять это мероприятие. Если мы будем оставлять небольшие кусочки, значит, как бы еды, да, на этом месте, и она будет знать, что придя вот на эту территорию, на этот кусочек, ну, как овратом или там возле этого ошейника, возле этого поводка, она получит там лакомство. Если у вас будет помощник, это будет идеально. Если у вас не будет помощника, значит, собственно говоря, вы должны научить собаку команде выдержку, прежде чем вы будете учить ее этой команде место. То есть собака должна быть зафиксирована. Помощник, ассистент подкладывает корм, мы говорим собаке команда место, она охотно бежит и поедает. Если, значит, у вас нет ассистента, то предварительно вы должны будете научить дистанционно собаке, ну то есть выдержка, то есть чтобы пока вы будете ходить, накладывать туда кормежку какую-то, чтобы собака у вас находилась где-то в другом месте, то есть отдаленно. Ну вот как сейчас вот здесь вот Рик, он у нас знает уже выдержку, поэтому я его здесь посажу сейчас возле камеры, сам пойду положу кусочки и пошлю его, попробуем, что из этого получится. Итак, Рик, сидеть. Демонстративно перед собакой кладу ему кусочек, чтобы он видел, что здесь вкусно. Ну и сейчас отсылаю собаку место и поощряю сразу. Ну, как я говорил, он у нас место знает уже достаточно, не место, точнее, а выдержку знает хорошо, поэтому вот он сейчас лежит на этом месте.
И так, видите, как просто все это делается. Не надо там наказывать собаку, просто методом поощрения, то есть... Ведь главный принцип дрессировки в чем заключается? Мы хорошее поощряем, плохое не замечаем. И мы с вами выстраиваем отношения между человеком и собакой таким образом, чтобы это были, ну, гармоничные, красивые отношения. Без избиений, без всего на свете. То есть методом вкусно и невкусно. То есть хорошее мы поощряем, плохое мы не замечаем. То есть достаточно просто все это делается и по взаимной любви. Так, лишь ко мне иди. Дубль 2. Место. И поощряем. Так, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.